И всем привет, дорогие друзья и подписчики! Мы продолжаем играть в Лару Крофт. И сегодня у нас, значит, на очереди прохождение секретной гробницы. Неизвестное место. Напоминаю, что мы нашли деревню Якова, где, судя по всему, местные жители занимаются партизанскими сражениями с Троицей. И, возможно, даже весьма успешно. Я выполняю их поручения, то есть я помогаю им укреплять их жилище и попутно выполняя разные задания. И вот здесь, в этих лесах, я нашел гробницу. Давайте посмотрим, что же здесь. Золотишко. Хорошо. Какие-то символы, смотрите, на стенах. Но это просто символы, да? А что здесь за лазейка? Тайны, тайны. Наверное, что-то есть. Да. Твою мать, кувшинчик задел, о божечки. Надеюсь, это никто не слышал. Просто тайнами окутано это место. Давайте посмотрим, что же здесь. Так, какое-то болото. Я что-то вижу, гнездовье. Гарпии, здесь гарпии. Вау! Поразительно. Это поразительно. Православной эпохи. Да, зря сбил. А это что? А, это когда-то, видимо, был котел. Возможно, какой-нибудь ритуальный. Так, ну здесь ловить нечего. Потопали сюда. Опа. Что же они здесь делали? Секретный ящичек. Золотая ременная пряжка. Декоративная, но крепкая и практичная. Похоже, часть военной формы. Да. Слушайте, ключевое слово здесь «золотая». Ух, найти бы какого-нибудь жадного барыгу и сплавить ему эту пряжку. И прилично на этом заработав. А, я отсюда пришел. Опа, базовый лагерь. Как нельзя, кстати. У меня есть новый автомат и еще кое-что. Давайте посмотрим. Вроде бы был дробовик какой-то. Навыки? Два навыка. Охренеть. Давайте, давайте, давайте. Так, что у нас здесь осталось? Угу. Так, больше природных и ремесленных ресурсов. Да ладно, все уже, по сути, я... То, что мне особо-то нужно, я все уже изучил. Давайте, что ли, атака с уклонением. Опа! Открылись новые мега-навыки. Вот это круто. Толстая кожа. Улучшаем это дело. Так, замечательно. Открыли третий уровень навыков на толстую кожу. Это здорово. Так, здесь не хватает чего-то, да? Или могу? Нет, все же этот лук лучше. Древний лук из рога. Вот, именно этот лук, да, мне дали наши друзья, но он не такой внушающий. Вот, шепот смерти. Вот это дело я хочу найти. Но мы пока улучшим наш ледорубик. Что у нас здесь? Усиленная древка. Сбалансированная рукоятка увеличивает силу удара, так что после успешно выполненного приема броня врага повреждается. Это круто. Так. Ну и все. А где? Эй, бро! А вот он, пистолет-пулемет, который мне, видимо... Да, который я собрал, но я все-таки хочу найти дробовик. Ведь я видел дробовик, мне хотели дать дробовичок. Ладно. И все же я пока побегаю вот с этой винтовочкой. Она все же выглядит более устрашающе для врага. Ладно, хватит с меня лагерька. Посидели и хватит. Что это? Записончик? Я верил свою жену заботам этих врачей.
Болезнь развивается именно так, как мы боялись. Ее кожа окаменела, и она больше не чувствует конечностей. Врачи говорят, что ей уже не помочь. Можно только избавить ее от боли и облегчить смерть. Но ее нужно держать подальше от города, от меня. Моя жена умрет, и в этом мире я ее больше не увижу. Скорей бы оказаться в следующем мире и снова встретиться с ней. Душевная боль любящего человека. Никому не посоветуешь такой участи. Так, хорошо. Давайте сюда. Палата страждущих. Да, вот она. Дополнительная гробница здесь есть. Так, давайте поизучаем. Что мы здесь имеем? Гнездышко, веревка. Какая-то тележка. Там наверху рычаг. Где? Я смогу потянуть за него. А, вот тут? Кометы. Круто. Но это не комета у меня в руках. Вот это комета, да? Допустим. И что это мне дает? Водичка. А, смотрите. Вот как это работает под силой тяжести. Вот этого вот кувшинчика с водой. Здесь типа лифт поднимается, да? То есть он поднимется, я смогу куда-то, видимо, допрыгнуть. Угу. Но я не успею это сделать, да? Она всего лишь на несколько секунд поднимается, да, вот есть палочки. Так, так, и по идее здесь я должен прыгнуть, да? Хорошо. А, смотрите, в нее тоже можно стрелять. То есть я могу как-то, каким-то образом ее здесь зафиксировать. Давайте искать, где и чем. Опа, опа. Кто чего спрятал там под полом? Ага, одна ткань. Так, вижу тележку. Ну, допустим. Тяжело идет. Тяжело, все проржавело. Но я справляюсь. Так, допустим. Смотрите, бочка обтянута веревкой. Так. Угу. Так, замечательно. А что здесь? Еще что-то непонятное. Какой-то инструментарий здесь. Ладно. Опа, смотрите, там что-то есть. Что это? А, это дерево. А я обрадовался, думал, что я нашел что-то редкое. Например, артефактик. Золотое ожерелье с множеством деталей. Кто бы ни был автор, эта вещь не уступает находкам из Империи. Круто, сегодня мне просто везет на украшение. Золотая бляшка, золотое ожерелье. Да, здорово, здорово, здорово. И все же, что здесь? Так, допустим. Ага. Так. Я что-то сделал. А рычага здесь нету больше? Вдруг есть еще один рычажочек? Мы бы тогда, наверное... А, смотрите. Механизм какой-то здесь. Механизм идет вот туда. А еще есть веревка. Хм, подозрительно. Ну, давайте попробуем. Проверим. Может быть, сможем допрыгнуть? Вот туда, на выступ. Давай. А, чуть-чуть не хватило. Но ведь возможно, по-любому. Там гнездо. Ну-ка, 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 я кое-что придумал. Так. А вот теперь попробуем за эту хрень зацепить, да? Во! Ха-ха, да, детка? Вот и все. Все, что требовалось доказать, мы доказали. Давайте проверим.
Я просто изначально почему-то посмотрел, вроде бы бочка вверху, и вот эта конструкция, да, она мешала мне стрелять, но я что-то не учел, что бочка-то опускается при наполнении, и вполне возможно мы сможем ее зацепить. Это мы и сделали, да? Хорошо. Самое время проверить, ради чего мы так старались. Ага. Видимо, сюда. Так. Опа-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 па. Хватайся, хватайся, хватайся. Так, тихо. И зачем? А, смотрите. Точно. Они поднимаются одновременно. То есть вот эта платформа и вот та платформа. Я только сейчас это понял. Ну да ладно, все мы сделали правильно. Это радует. Угу. Так. Так, так, так. Опа. Главное не упасть, потому что поверхность очень мокрая. Ой, как тяжело. Хорошо. Мы нашли что-то. Все? Мы, по сути, решили головоломку, да? Потому что здесь вот алтарь, и там, видимо, что-то очень крутое. Так, на карте обновлены полезные объекты. И давайте посмотрим, что же нам сегодня подарят. Связь тела и разума. Освоен новый навык «Быстрое лечение». Перевязка ран занимает меньше времени. Удерживайте В, чтобы залечить рану. А также заработано 10 тысяч кредитов. Всего 46 тысяч у меня. И это круто. Теперь нам нужно немножко тогда себя поранить, чтобы проверить данный навык. А еще есть канатик. И зачем? А хрен его знает. Ладно, мы все здесь решили, все пазлы, все головоломки, потопали дальше. Точнее, обратно. Нам нужно идти по главному заданию. Так. Фу, как здесь воняет. Это настоящее болото. Глубоко под землей. Куда очень и очень долго не ступала нога человека. Ой, опять котелок. Ты меня выдашь, падла. А вдруг здесь рядом были бы, например, волки, или рысь, или тринити? А я тут бегаю котелками гремлю. Замечательно. Ну что, по идее, конечно, по-хорошему... Мы бы здесь должны были побегать по карте, поизучать, пособирать секретики, ящички всякие. Но это в идеале. Так, что-то я не туда повернул. Так, давайте думать. Ну вот смотри, опа. Да ладно, я что-то пропустил? Реликвия! Да ладно, да где она была-то? Ай, короче, плевать. Далеко возвращаться обратно. И все же, что же здесь? Да, я смотрю прямо на аварийный тайничок. Он вот здесь, вот он. Но как туда попасть? Ну, я думаю, что стоит собрать все, что по пути, вот здесь и здесь. Ну, и можно еще и здесь захватить, да? А, нет, это уже за пределами текущей задачи. Значит, только два. Хорошо, будем думать, здесь опасно. Хотя, вот, не просто так же здесь есть эта фишка. Ага, детка. Да, круто, поехали. Так, цепляйся, Лара, ну твою ж мать. Ты куда полетела-то? Так. Опа. Оп-ля-ля. Опа. Так,
Тайничок, тайничок, лезь ко мне. Это не тайник. Мать твою, это не тайник. Ладно. Надеюсь, я не зря здесь ползаю. Да, видимо, зря я все это дело уже обшмонал. Так. Тайник где-то вот здесь. Больно. Так. Пробежал. Ты ничок, твою мать, ты куда делся? А значит, здесь. Вот он. Так. Шкурка. Блин, это не монеты. Тогда в пень эти тайники, потому что истинную ценность здесь имеют только монеты. Шкурку и прочие-прочие вещи я могу спокойно найти самостоятельно, немножко поохотившись. Это кто? Чуваки бегут. У них, видимо, намечается здесь грандиозная схватка. Да? Давайте, что ли, наведаемся к нашим новым друзьям. Есть ли тролли под мостом? Давайте посмотрим. Видимо, нет. Что? Еще одна? А, смотрите, реально, еще одна гробница испытаний. Да. Неужели сегодня будет очередной день гробниц испытаний? Они, скорее всего, нападут с воздуха. Ребята собирают бойцов в верхней деревне, чтобы отвлечь их туда. Дети и старики прячутся в катакомбах Акрополя. Когда здесь все закончим, я пойду туда. Ты сказала, они хорошо вооружены. Как их тогда победить? В открытый бой мы ввязываться не будем. Они ударят со всей силы. У нас будут потери. Они надеются победить с наскока. Но мы обратим их рвение себе на благо. Сражение будет долгим. Чтобы выжить, надо их измотать. Действовать расчетливо. Будем наносить рану за раной, пока они не истекут кровью. Только тогда мы победим. А сейчас зажжем костры. Предупредим остальных в долине. Сегодня наша победа – выживание. Соберите как можно больше патронов и припасов. Спрячьте все в пещерах и руинах. Когда закончите работу, встречаемся в верхней деревне. Все ясно? Да. Да. Отлично. Идите. Да. Привет. Все-таки доброжелательный. Посмотрите. Что бы ты ни искала, поговорим об этом после битвы. О, какие занятые. Я могу чем-то помочь? Знаю, ты занята. Троица скоро на грени. У нас много дел. Так, ладно. Позволь доказать, что я на вашей стороне. Прости, нам сейчас нелегко. Вижу, что ты желаешь добра, но одними благими намерениями долго не протянешь. Что? Да я ему тут припасы собирал, шкуры разносил. Тут все, благодаря мне вообще здесь держится, наверное. А ты говоришь, что я только одними желаниями здесь руковожу, ладно? Давайте что ли посмотрим, что это за пещерка. Опа, это не Яков ли? Привет. Ты та, что пришла с Яковом. Да, это я. Сюрприз! Ничего себе. Так, и все-таки. Видимо, я иду к гробнице, да? Любопытненько. Она здесь. А это что? Нырок, спрыгните с нависшей над водой платформы и, находясь в воздухе, быстро нажмите правая кнопка мыши. Нет, пока мне этого делать не нужно. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Гробничка. По-любому. Опа. Я подумал, это монетки. Это монетки. Чтобы пройти дальше, потребуется бобина троса. Да? А что это такое? В общем, веревка, да? Какая-то. Ага. И веревка я могу здесь, видимо, запустить и переправиться на другую сторону. Угу.
Ну да, действительно. Никак, видимо, пока. То есть для начала мы находим трос здесь, а потом идем изучать гробничку. Ладно, намек понят. Я пошел выполнять задание. Хотя, давайте попробуем нырнуть. У-ху-ху-ху, прикольно. Видали? Мне просто можно уже выступать на Олимпийских играх. Нырок с высоты. Меня оперений мало. Нам еще... Привет. Да привет, привет. Так, сундучок. Плевать на эти аварийные тайники. Вот есть пещерка. Вот в пещерку я бы сходил. Базовый лагерь. Лара, может, подсобишь? Наши чем? По всей долине. Если зажжешь огонь на сигнальной башне, то они поймут, что надвигается угроза. Делаю, что смогу. А это что? Загорится, они сообразят, что делать. Так, зажгите сигнальный огонь, да? А где? А, вот там, да? Давайте. Так, куда здесь стрелять? А, вот. Джеронимо! Замечательно. Так, не хватило прыжка. Вот это другое дело. Опа! Твою мать, тихо! Вот это экстрим, матерь божья! Вот о чем я мечтал. Настоящий адреналин, когда нужно действовать очень быстро. От этого зависит моя жизнь. Хорошо. Вниз, да? Вау! Твою мать, я как будто сам там лажу. Мне страшно. Не то чтобы страшно, а как бы, знаете, я весь напрягся. Не дай бог упаду. Будет больновато. Так, смогу ли я допрыгнуть до этих досок, чтобы зацепиться? Поближе нельзя подойти, да? Ладно, давайте пробовать. И прыжок веры! Опа! Дальше куда? А, наверх. Опа. Так. Оба-ля-ля! Цепляйся, Лара. Главное не упасть. Здесь все на соплях. Держится, да? Так, я что-то вижу. А, нет, показалось. Показалась мишень. А, ни хрена. Блин, слушайте. Надеюсь, эта хрень, эта башня не упадет. Вряд ли, да? Вау! Вряд ли допрыгнул. Хорошо. Опа, успел. А, видимо, сигнальный огонь на самой вершине, да? Этой башни. Умно, кстати, сделали. Не каждый туда сможет попасть. Вау! Шикарно. Чуть не упал. Вау, бро, тихо. Ползем. Так, что у нас здесь? Стрелы. Это хорошо. А это что? Водичка? Или это вино? Фляга с маслом. Только не говорите, что я могу теперь зажигать стрелы. Круто! Используйте флягу с маслом, да, чтобы создавать огненные стрелы. Ими можно поджечь одежду, взрывчатку и врагов без брони. Выберите огненные стрелы, нажимая один несколько раз, пока не появится изображение огня. Для изготовления таких стрел нужны масло, ткань и обычные стрелы. Так. А как? А, смотрите. Единичкой можно выбирать тип дополнительных стрел. Вот есть яд и огонь, да? Хорошо. Изготовляем это дело. Все. Изготовили 8 штук. То есть, по идее, теперь я могу этими стрелами зажигать всякие факела. О!
Тихо, не падай. Так. Окейушка. Ау! Ай, не так! Уцепляйся за жизнь! Я со всех сил пытался уцепиться за жизнь. У меня это не вышло. Печалька какая, печалечка. Нет, а давайте просто понаблюдаем. Это так красиво. Посмотрите, горы. Вот. Дайте я немножко для... наверное, для превьюшки. Здесь сделаю картинку. Так, какой бы ракурс взять? Удачливый. Оу, не падай, не падай, рано еще. Ну вот, неплохой, да? Такой, на фоне скал, на фоне льда. Ладно, хватит с меня. Потопали дальше. Вот здесь. Я просто не в ту сторону прыгнул. Нужно-то сюда прыгать. Использовать ледорубы. Да. Опа. Так. И вот это реально прыжок веры, друзья. Раз, два, три. Опа. Нет. Не в ту сторону. Так, масло сейчас упадет. Так, я удержался. Давайте, мы выбрали стрелы. Кстати, мы их, видимо, не насоздавали. Я умер, и стрелы пропали. Опа. Сигнальный огонь. Спасибо, Лара. Наши люди предупреждены. Теперь у них будет время отступить. Приходи в верхнюю деревню. Я собираю там бойцов. Хорошо. Так, флешка. А, это, видимо, дозаправка, да? Я же, по идее, ношу с собой этот мешочек с маслом, эту емкость, и она, видимо, будет постепенно, ну, израсходоваться. То есть, вот этими вот масленками мы будем это дело наполнять. Хорошо. Ну что, давайте домой. Я чувствую, что у нас впереди грандиозное сражение. С Тринити. Так. И сундучок. Как нельзя, кстати. Деталь винтовки. Еще одна. А что-то мне лук перестали давать, который там про смерть что-то. Дыхание смерти или что-то... Так, что это за лаги? Неприятно. Это я вообще где? А, смотрите, какой-то склеп есть рядом. Давайте посмотрим. Точнее, найдем его. Так, склепик. Склепик, мой хороший, где же ты? Интересно, если побежать вдоль берега, мы сможем найти склеп? Здесь, кстати, смотрите, здесь тоже неплохой видочек такой, да? Для превьюшки. Ладно. У меня уже одна есть. Да? Вот это склеп. Руда. Посмотрите, как реалистично сделали. То есть травка растет именно там, где падает лучик света. А здесь в темноте травы нету. Вполне себе закономерно, да? Потому что растение без света жить не может. Угу. Так. Ну все, начинается истинное предназначение Лары Крофт. Поиск разных секретиков, гробниц, склепов и прочего-прочего полезного. Давайте посмотрим. Сколько лет здесь наступала нога человека? Сколько тайн хранит это место?
Так. Что-то как-то это. Опасно все это выглядит. А иного прохода нету? Видимо, нет. Ладно. Тогда спускаемся. Хорошо. Куда приведет меня эта веревочка? Неизвестно, но мы сначала возьмем руду. А, полные карманы. Хорошо. Так, не будем долго думать. Там ничего нет, да? Там ничего нет. На другой стороне. Поэтому поехали. Так, здесь вроде бы тоже ничего полезного. Ни оружия, ни стрел, ни шкурки, ни даже золотишко. О, фресочка. Аврора, лекарь. Греческий, детка. Прокачан. 5-й уровень греческого языка. Изучен. Теперь мы можем вообще все здесь читать. Просто все, абсолютно. Путь был долгим и трудным. Людей одолевали хвори, немощь, ранения. Аврора же училась по трудам Гиппократа и других великих целителей. Только благодаря ее стараниям до Киттижер дошло так много верующих. Только благодаря ей знания о целительстве будут передаваться из поколения в поколение. Прежде чем построить новый город, пророку и его последователям предстояло пережить долгое путешествие. Вот так вот, друзья. Это, видимо, последователи пророка. Точнее, то, что от них осталось. Не все, видимо, прошли этот тяжелый путь. Ну ладно, не будем ворошить прошлое. Всего лишь поизучаем. Блин. Почему-то не всегда работает приседание, чтобы смягчить удар. Угу. Так, куда пойдем? Есть выбор, либо прямо пойти, либо вот сюда. А еще на карте я что-то пропустил, да? Фресочка. А, ну это я прочитал, по идее. Так. Ладно, давайте сюда. Так. А, это масло, смотрите. Круто. И все. Ну, раз здесь есть масло, значит, здесь нужно использовать будет огненные стрелы. Это логично. Да. Вот он. Саркофаг. Круто. Что же здесь? Так, посмотрим. Полюбопытствуем. Деталь древнего лука. Что? Это круто, конечно, но я не хотел это. Я хочу лук смерти! Где лук смерти? Ладно, но древний лук, по идее, тоже, наверное, неплохая вещь, да? По идее. Ладно. Взяли мы вещи и потопали обратно. Взяли мы вещи и выполнили свое предназначение, как Лара Крофт. Взяли мы вещи, и душа успокоилась. Взяли мы вещи, и утром проснулись с чувством выполненного долга. Взяли мы вещи, поет сердечко, радуется сердце. Та-та-та-та-та. Хорошо. Давайте возвращаться. Нам, нашим друзьям там нужна помощь. Так. Главное найти правильный путь и не блуждать здесь почем зря. Окей. Все. Наконец-то дневной свет. Все, склеп мы поизучали. Ага, вот сюда. Доступно задание какое-то есть. А можно пойти на задачу. Ладно, по заданию, наверное, не будем лишний раз ходить. А может быть, сходим?
Но все же я хочу в базовый лагерь. У нас тут навык появился. Привет, домохозяйка. Да? У меня к тебе просьба. Что за просьба? Яков рассказывал, ты отличный исследователь. В долине есть еще старые потайные места, гробницы. Ты, наверное, видела охранные знаки, помещенные туда, чтобы отпугивать детей? Это отнюдь не суеверие. В этих местах опасно. Там хранятся остатки нашей былой славы. Не только безделушки, но и знания. Сейчас нам эти знания нужны как никогда. Лет 10 назад я бы и сама отправилась, но теперь мне нужны твои навыки. Я понял, что ты старая и немощная, ближе к делу. За тебя сходить? Да без проблем. Говорят, что ты уже побывала в одной из древних гробниц. В двух. Расскажешь, что ты там видела? Конечно. Эти знания принадлежат твоему народу. Вот. У меня есть немного старинных монет. Если... Хорошо, а где это дело? Все, я понял. Я был в двух. То есть только после... Вот этой, да, третьей гробницы, только тогда я смогу выполнить задание этой девушки. За каждый найденный тобой секрет. Хорошо. Но это, видимо, не обязательное задание, то есть не требующее ни непосредственного выполнения. То есть все, что я нахожу, я могу приходить к ней и получать за это деньги. А могу и не находить, и не получать деньги, да? А вот так вот все устроено. Хорошо. Так, а где лагерь-то? Ага, вот здесь. Что-то я его пропустил. Так. Да... Куда ты лезешь-то? Иди отсюда. Ты мне не нужна, мне лагерь нужен. Это я привела сюда троицу. Я виновата во всех страданиях, что они причиняют. Боже, все повторяется. Опять я стала причиной чьих-то несчастий. Нет, Лара, не думай так. Иначе точно сойдешь с ума. Троица рано или поздно нашла бы путь в эти края. Так у меня будет шанс помочь остановить их. Или первой найти святой источник и использовать его силу во благо, а не во зло. Надо сосредоточиться. Ради тех, кого уже нет. Кого я потеряла. Ладно, друзья. Давайте, мы уже немножко прокачались. Я, кстати, взял навык, очень, я считаю, очень полезный. То есть после перебинтовывания раны у меня на какое-то время возрастает защита от урона. Это очень, кстати, классная вещь, особенно когда на меня, допустим, одновременно... Ты чё? Бро, ты это, ты в порядке? А это, наверное, та курочка, которую я бросал, да? Я, видимо, травмировал ее психику, и она теперь считает, что она моя союзница, да? Ну пошли, курочка, ты будешь со мной бегать? Будешь ручной курятинкой, цыпленком моим ручным. Я тебя буду так натравливать. Фас, твою мать, она такая, знаете, бежит и клюет до смерти моего врага. Твою мать. Ладно, лети, я тебя освобождаю. Блин, это... это прикольно. Мне нравится это делать. Опа, привет, бро. Ладно, друзья, все, спасибо за внимание, надеюсь, вам понравилось. Последнюю третью гробницу, а также задание основное, будем выполнять уже в следующей серии. Все, ставьте пальчики вверх, обязательно поддержите видео, если вам понравилось, наградите его лайком. А также зовите друзей. Пока, до новых встреч. На заднем плане? Так, наружу я не пойду. Вот хоть убейте, но не пойду. Буду закрывать все нафиг. Телефон? Алло! 911! Позовите кого-нибудь на помощь! Госбастерс! Охотники за привидениями! Быстрее! Быстрее сюда!